общем, в горшках много чего растет. Вот голубика, там гортензия. И вот когда цветет, она некоторые сорта имеют такую особенность ложиться. И вот увидел там у одного блогера, она делала из вот таких вот из труб, вот из таких вот этих тройников опорок. Блин, намучился. Даже не повторяйте, ерунда полная. Вот самое простое берете, вот это, знаете, как она тоненькая, шестерка, наверное, втыкаете ее вот в мешок до дна, воткнули, и вот тут взяли, просто обвязали синенькой или зеленой ниточкой вот так узелками, видите, по кругу, надо выше обвязали, и все, а сверху надели 25-ю трубу на них. И вот такая конструкция будет удерживать ваши растения, чтобы они, вот ягода, видите, раз и падает, чтобы она, ягода, не падала. Сейчас мы тут ниточкой обвяжем, или капельной лентой, или там чем угодно. Ну, капельная лента, мне кажется, даже лучше будет, потому что может не так красиво смотреться, но зато резать и ствол не будет шкрябать. Поэтому держите вот такой вот способ подвязки. Гляньте, ягода, да? Шикардос. Тора. Ну, или вот такие вот светофоры покупайте. Ну, сейчас что-то их не вижу. Их раньше продавали по 180 рублей. Сейчас что-то не вижу, чтобы такие продавались. Тоже хорошая вещь. Ну, мне кажется, вот это будет дешевле и проще. Вот такие колышки поставить. И кусочек трубки надеть сверху. Или можно там даже не трубкой, изолентой, там проволокой, да, всем чем угодно зафиксировал их и все.